улице Новогинской участники открыли еще одну памятную звезду. Полюбоваться на нее и сделать такое же селфи, как и участники, может любой желающий. А около ротонды в Сочинском морском порту появился памятный барельеф. Каждый год участники лепят его самостоятельно. Но организаторы предлагают в следующем году изменить традицию и перебазироваться на Имеретинскую набережную. Попробую приоткрыть вам эту тайну. Есть идея делать большую аллею новой волны вот вдоль набережной. Поэтому, наверное, что-нибудь будем уже сажать. Хватит укладывать, будем сажать что-то. Поэтому я думаю, что это будет красиво и очень памятно. В этом году конкурс собрал в Сочи 13 участников из 11 стран. Помимо конкурсной, у них была запланирована и культурная программа. Все артисты побывали на знаковых объектах курорта и теперь увозят домой не только награды новой волны, но и самые яркие впечатления от города. И нам, конечно, очень важно, чтобы эти референтные, значит, люди эту информацию все время распространяли, потому что мы туристический город, а в туристическом городе стагнация, смерть и подобное. Поэтому на достигнутых результатах, а они хорошие по туризму, мы останавливаться не должны. Мы должны все время продвигаться вперед. В этом году повезло новичкам. Новую волну покорила 18-летняя представительница Албании Инис Незери. На 12 баллов она обогнала российскую кавер-группу «Да Винчи». Тройку замыкает кубинка Ильяна Санчес. Еще один российский исполнитель Буранов занял 4-е место.